Сотрудники крупных алтайских предприятий снова почувствовали себя студентами. К уже имеющемуся багажу знаний добавили новые в рамках программы переподготовки инженерных кадров для промышленности и энергетики, запущенной в крае впервые этим летом. Из 240 заявок выбрали 63. Слушателей обучали в техническом вузе. Одна из важных тем – управление, в частности, современные методы повышения производительности труда. Для меня это было самым главным стимулом, то есть это профессиональное самосовершенствование и улучшение производственных процессов именно в своей компании. Учились работники предприятий без отрыва от производства. По вечерам лекции, практики, мастер-классы в течение 3 месяцев. Бонус – онлайн-стажировки в крупнейших международных компаниях. По итогу каждый слушатель защитил выпускную работу, а лучшие получили дипломы из рук губернатора. Век живи, век учись, она совершенно применима ко всем, кто в старте этого большого проекта, я думаю, многолетнего, принял участие и дошел до самого завершения. В области проектного менеджмента давно хотела свои знания повысить, потому что я давно занимаюсь уже, это как бы параллельно с моей непосредственной конструкторской работой ведется. Поэтому увидела в программе один из разделов, поэтому решилась. Полученные знания выпускники будут применять уже в своих компаниях, а через год губернаторская программа соберет новых слушателей. Анна Рашагирова, Алексей Фризин. День с толком.